школе номер 24 вроде бы обычный день, ничего не предвещает плохого. Но вдруг на пульт вневедомственной охраны поступает сигнал бедствия. Срабатывает так называемая тревожная кнопка. Теперь дело за быстротой реакции и скорости приезда. Цель учебных тренировочных занятий – это своевременное реагирование групп задержания на поступаемый сигнал тревоги с охранением объектов. Также осуществляется проверка своевременного прибытия групп задержания кратчайшим путем. Подъезд должен осуществляться скрытно. Осмотр данного объекта происходит с взаимной страховкой друг друга. Экипаж уже на месте и, действуя четко и слаженно, с соблюдением всех мер конспирации, пробирается к зданию. По условиям учений, что происходит внутри школы, сотрудники отдела вневедомственной охраны не знают. Поэтому каждая секунда на счету, а неверный шаг может стоить детских жизней. При проведении обследований особое внимание обращалось на наличие периметрального ограждения и его состояние. Также наличие стационарных и ручных металлодетекторов, систем видеонаблюдения с отсутствием мертвых зон. Кроме всего прочего, все объекты просвещения, расположенные на территории города Рязани, оборудованы кнопками экстренного вызова наряда полиции с подключением на пульт централизованного наблюдения отдела внеместной охраны. Проведена учебная тревога, прибыли вовремя, осмотр происходил с соблюдением мер личной безопасности. На этот раз все обошлось, и под категорию «особый контроль» школы не попадает. Впрочем, тревога пусть и была учебной, но для сотрудников вневедомственной охраны ничего не поменяла. Быть постоянно готовыми к различного рода ЧП – их профессиональная обязанность, чтобы школа действительно могла стать для ребят вторым домом и оплотом безопасности. Ангелина Никитина, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».